В детском саду Тараки прошла конференция, посвященная языковому погружению. В ней приняли участие не только педагоги и гости дошкольного учреждения, но и сами дети, выступив с концертной программой. Для них, будь то конференция или любое другое торжество, это в первую очередь лишний повод для яркого выступления, для игры, посредством которой они в весьма легкой манере усваивают государственный язык. Не полностью языковое погружение, а частичное языковое погружение. Это означает, что три учителя говорят на русском языке, а три учителя в этих группах трех говорят на эстонском языке. Как сказала Энна Крузман, многое зависит от инициативы самих родителей. В частности, и группы языкового погружения тоже появились при непосредственном участии родителей в жизни детского сада.